И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, у нас будет просто офигительная тема о мастерах-строителях. Да, я снимаю вместе с Кириллом. Кирилл. Да, привет. Да, ребят, в общем-то, тема у нас сегодня, угадайте, какая? Россия. Да, Россия, слушай. Ну да, да, да. Вот, нам, мы такую тему сделали, ребята, для того, чтобы посмотреть, что же построят наши соперники. Как вы знаете, это не только русский сервер, и здесь... как бы играют еще иностранцы. Интересно, что они построят на тему России. Вот, я буду строить, ну, конечно, я немножко не такого не российского представителя, но все равно, да, Сталина я буду строить. Вот, надеюсь, что его узнают. Ну, я построю медведя с балалайкой, ребята. Да, и какой мне сделать пол? Не знаю, оставь такой. Хорошо. Я, правда, вообще хз, как Сталина строить. Ну, ладно, я надеюсь, что у меня получится как-то хоть похоже. Ну, короче, да, значит, строю я Сталина такой. Мне надо еще ему трубку обязательно сделать, такой, типа, расстрелять. Вот. Так. Великолепно, великолепно. Ну, еще нужно сделать, конечно же, российский флаг, типа, что... Так, а я сделаю, пожалуй, ему все-таки эту. Где это? Алкашку. Так. Так, узнаешь... Наш Советский Союз покротится. Алкашка такой. Весь мир от Европы к небе на восток. Самый могущественный мир. Там, правда, так поется. Там, там, там. Наша страна именно страна такая, ребят. Блин, не похоже как-то на Сталина немножечко. Как тебе Сталин? Как-то странно. Ну какой-то слишком подтянутый. Я правда не знаю, какой сделать. Так, ну мне в принципе пофиг. Да. Прикольно получается так. Ага. Еще 2 минуты. Я что-то не начинаю не успевать. Кирилл, просто посмотри за это. Подожди. Там ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, веселый попугай. Веселый попугай. Вообще хотел сделать серп и молот вначале, на самом деле. Но как-то я решил, что нет. Серп и молот я не смогу сделать. Ага. Теперь осталось самое тематическое сделать. Так, где у нас там белый? Где у нас белый цвет? Белый, синий и красный. Ой, блин, какой-то хреновый флаг, если честно, сделал. Так, 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 так. Быстрее! Какой-нибудь пол надо сделать! Немножечко не похоже на медведя, но ладно. Зачем-то коричневый, если у меня медведь коричневый. Ну ладно. Ладно, ладно, постараюсь. Ну что, не совсем коричневый. Ну да, в принципе, неплохо получилось. Немножечко не похоже на медведя, наверное. Я вижу, что не похоже на Сталина. А что это? Ну типа... Окей. 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 Российский флаг, в принципе, я тоже поставил. Так. Надеюсь, что что-нибудь будет тематическое. Так, это что? Это... Кремль? Я тоже такие сады сразу были, но нет. Это суперпап. Это суперпап. А что? Ты немножечко не дашь флаг. Немножечко перепутали. Not Russian. Хотя если так переглянуть, перевернулся просто. Ну да, да. Вот, Russia, холодно, в принципе, окей. Russia, холодно, член и сугроб. Ладно. Да, в принципе, тематично. Так что это... ставь лайк. Что-то там. Есом. Что там кого написано, какой-то матерок? А, что? Суперпоп. Блин, прикольно. Я тоже суперпоп. Блин, интересно, блин, мы устали, нам еще узнает, он еще похож на Сталина. Чувак такой, блин, стекло, больше стекла. Да, супер... Нет, не суперпоп. Ну, блин, почему флаги просто? Ладно, окей, окей. Просто поп. Просто окей. Я поставлю просто окей. Так, что это? Это больше похоже на... А, суперпоп. Водка. Это водка. А, это водка. Окей, окей. Окей, за водку окей. Так, что это на табличке написано?
Это кто? Финланд против... Финляндская армия стреляет в российских. Так, я ставлю поп. Ладно, окей, окей. Ну, блин. Гады. Гады, водящие гады. А что это такое? А это что? Смотрите, какая ненависть. Я просто поп поставлю. Просто поп. Просто поп. Так. О, ну это прикольно. О, прикольно, прикольно. Гуд. Гуд. Это гуд. Это даже похоже, чем у меня. Это же типа... Это же типа, который на колесе, да? Это да, привет. Расстрелять. Расстрелять. Пожалуйста, legendary, legendary. Мы на... А что? Да блин! Да вообще не... Как так получилось? Ладно, давайте еще одну попытку, давайте попробуем еще раз. Итак, ребята, мы снова поставили тему России, я хочу построить, знаешь, собор Василия Блаженного. Ну вот ты, в принципе, можешь попытаться. Нет, я не смогу, извините меня. Ну блин, ладно, я попробую. Так, я построю вот что. Так. Я знаю, что я построю. Это будет старичок Ленин. А? Ну это все кучно. Ну ты меня не... Ты понимаешь, я на твой залезет? Да понимаю, понимаю. В смысле? Ну, Кирилл, у меня не войдет мой собор Василия Блаженного. Забей, забей. Так, тут надо такую штуку. Нет, Кирилл, ты... у меня не войдет. А ты не переживай, мой Ленин нависнет тенью над этой штукой. Блин. Так, ладно, еще один купол зеленый. Так, что-то вроде похожее получается, конечно, конечно, да. Так. Главное, чтобы с той стороны посмотрели, потому что... Это очень важно. Да, это очень важно. Едьте дальше, как говорится. А чё, прикольно. Чё прикольно? Да у меня тут уходит. Вот твой блок. Такой... Какие-то окна должны быть тут вообще? Допустим, должны. Так, ладно, сделаем здесь пару окошек. Окашек. Так, ну и, собственно, двери можно еще сделать. Оп. Оп. Мне кажется, у меня вышло довольно-таки правдоподобно. Все на социалистическую революцию. Пролетарии всего мира, объединяйтесь. Заводы рабочим бы землю крестьянам. Жопа говно, жопам говна. Да-да-да, правда, ни хрена не видно из-за моего собора Василия Блаженного. Фотка типа Ленина. Чёрт. Не похоже ж ни хрена. Что, довольно прикольно. Ну, прикольно, если было немножко похоже. Ну, тогда да, в принципе, прикольно. Сделай российский флаг, пожалуйста, это очень важно. Я окей делаю. Сделай нормально, прям, чтобы вообще. Так. Где? Три шерсти мне надо. Вот такая шерсть, вот быстрее, такая. Быстрее, 40 секунд. Сделай побольше, чтобы было видно, чтобы это наш Советский Союз покарает. Надеюсь, Россия. Наша Россия, как бы. Ну, посрать, но наш Советский Союз. Так. Так. Такие вот узорчики еще добавим вот здесь. Ну, на собор Василия Блаженного, в принципе, не похоже. Так. А, тогда ладно. Короче, ладно, посрать. Типа собор Василия Блаженного. Ну вот, в этот раз у нас идеально все. Так, что это? Это у нас... I thought for wood stadium. Белый, синий, красный, типа. Стоп, аст... Так, это... Это какой-то ветряк. И какой-то домик рядом стоит. Ну, я поставлю пап. Окей. Так, это что у нас такое? Это типа дискотека в стиле российском, ё-моё. В стиле российском?
Тогда ладно. Тогда окей. Ладно, что тут у нас? Кто это? А что? Это... А что это за флаг такой? Почему флаг другой? Я, пожалуй, поставлю. Окей. Ну, блин. О, 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 о! Та-т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 а-
Атмосфера, атмосфера. Просто кто как строит наш флаг? Кто-то бело-красно-синий, кто-то красно-синий-белый. Кто-то, наверное, какой-то восточный этой. Красно-синий-белый какой-то вообще. Так что это такое? Типа бер. И рядом Украина. Калядина. Слава Украине. Героям слава. Так, ну... Медведь, так, это о, что, опять Россия, стенарми? Финляндия. Опять расстрел. Глядь. Арг. Ну, ребята, ну, окей. Расстрелят! Так, что это такое? Типа... Мы захватили остров. Что? Ура. Какой остров? Какой нахрен остров? Что? Мы ничего такого не делали. Так, что это кто-то такой? Это Путин. Путин, а это... Это, кстати, надо было тебя подписать, что это Ленин. Ладно, окей. Окей. В следующий раз буду подписывать для этих тупых даунов. Так, это у нас что? Типа Кремль. Ну я позволю поп, пожалуй. Поп. Какой Кремль? Я даже не вижу Кремль. Ну я вижу красную дорожку. Да! Да! Мой Кремль, мой собор Василия Блаженного затащил, и твой Ленин. Ура! Просто великолепно. Спасибо, ребята, всем... Спасибо, ребята, всем за просмотр. Если вам нравятся мастера-строители, ставьте лайки. Если нравится такая тема, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Кирилла, заказывайте у него арты. Ну, а с вами был Жека и Кирилл. Всем пока. Меня зовут Кварцман. До свидания. До свидания.